сегодня я буду снимать видео про то, как обмыть вот такие вот грязный мячик. Вот, вот такие вот мячик. Вот. Наверное, у каждого есть собака, и она любит играться с теннисным мячиком. Блин, вот такие грязные, я сейчас покажу, как его обмыть. Лицо надо вот такая вот. Вот такая вот надо пшикалка для воды. Вот. Сюда надо набрать полностью воды. И сейчас я покажу, как надо набирать и еще раз скажу, что дальше добавлять. Для начала и надо открутить вот. Потом вот сюда. Гала или ферри. Это самое краще всего подходит. Так хорошо налить, чтобы пузырьки появились. Много пузырей. Потом, если мячик сильно загрязненный, как у меня, то вот такие вот доместос можно сделать трошки там. Один разлил всякую грязь. И дальше сейчас поезд. Идея будет погано, наверное, чутно. Дальше надо просто набрать сюда воду. Дальше отмывал. Вот. Потом надо закрутить это все. Хорошо закрутить, чтобы не вырвало. И сильно накачать. Давление может вот такие вот появиться. Сама буду текло. Так, сейчас я заберу. И это все заболтать, чтобы появилась пена. И вот так вот мыть. Вот, как видно на камере. Мячик стоит чистым, вот, такие вот, чистый. Такие вот мячик стоит чистый. Вот он такой чистый, и потом с следующей стороны. Если маленький напор, то красиво накачать. Он тебе красиво не сделает. Вот Вин сейчас... Вин уже сейчас краще мою воду. А, не воду, а... Ну, вся жидкость краще мою мяч. Потом опять, чтобы была такая пена густа. И можно вот так вот перевернуть, чтобы была сверху пена. Это будет хорошо, сверху будет пена. И вот так вот. Вот так вот его надо запенить, чтобы была пена. И потом опять накачать заново. И дальше смывать.
просто иначе воду хорошо мыть, чтобы он был чистый. Сейчас у меня на улице холодно, я его вечером положу в печку, чтобы он высох. Ну, не в печку, а на печку. Чтобы он там высох и можно было играть с собакой. Thank you.